Мы продолжаем рассказывать о главных событиях Дня Победы в Люберцах. Кстати, накануне прошли торжественные митинги и возложение цветов. На одном из них у памятника героям на улице Инициативная побывала Луиза Егезарян. В сквере на улице Инициативной установлено три обелиска, посвященных самым печальным страницам нашей истории. Здесь покоятся борцы двух революций, а также увековечена память павших героев во время Первой и Второй мировых войн. По традиции, празднование Дня Победы начинается именно здесь, на этом знаковом месте. «1418 дней и ночей наш народ воевал против фашизма и победил. Нет ни одной семьи, которую не опалила бы война. И в каждой нашей семье, и в каждой семье того человека, который стоит здесь, были деды, прадеды. Мне очень близка эта война, очень близка. До тех пор, пока мы будем помнить о ней, до тех пор, пока мы будем ставить фильмы, писать рассказы, рассказывать своим детям и внукам об этой войне, повторение ее будет очень затруднительно. Так получается, что мы в канун 9 мая пытаемся облагородить все, что связано с памятниками, местами захоронений. И именно в этом месте, там, где вот эти деревья растут, здесь были захоронения воинов. И так жизнь устроена как-то где-то, возможно, и несправедливо. Но получилось так, что на этом месте сегодня сквер. И мы в знак памяти воинам, которые именно в госпиталях умерли в Люберцах, люберчанам, вот этот памятник вот мы тоже поставили, чтобы это было напоминание живущим, напоминанием люберчанам, что такая веха в истории Люберец тоже была. Дедушки, он дошел до Берлина и вернулся с войны живой. В акции «Бессмертный полк» я принимала участие в прошлом году, и в этом тоже, думаю, буду принимать участие. Этот день победы, порога храма. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.